лишь объясняет. Ну, ты тоже. Что ты его трогаешь? Так он объясняет, и мы вам объясняем. Да колупали, сидите заново учитесь. То есть бандитов ловить они не хотят. И динариков лови, ты, блядь. Видно, он защищать они умеют. Что, не умею. Я лично ничего не сказал. У всех есть своя работа. Какая это работа? Давай окружили заберем. Националиста. Нормально, бля. Какая это работа? Ты куда? Отпусти! Отпустите националистов! Отойди! Отойди, ты сотрудника не трогай! Сотрудника не трогай! Сотрудника! Кто порвал? Это вам не в России, ребята! Мусора! Мусора! Да не надо вести себя как в России, как в рашке путиновской, блядь. Накидывайся на дедушек, на бабушек, на детей, блядь. Будьте вы милиции, будьте вы лицом Харькова нормально. Не канайте вы под ЛГБТшников, блядь, социалистов вонючих. Как пидоров охранять, так мы можем, а пиздюлей получили. Плачатся, сука, блядь. Распространяют дегенерацию, а потом плачатся, сука. Че, пацаны, они... Нормальных не хотят защищать, блядь. Вам что, Сорос платят, блядь? Так и кто? А шо, кто-то на мобиле стоит? В чем подозрение? Вот в чем? Чем обосновывается? Спасибо! Все бегут! Народные дружины, полиция, все бегут! Скажи, я тоже заболел, простудился. Я хотел остановиться, чтобы ты не чуть-чуть.